Сегодня находится пост ГИ, где должны проверять грузовой транспорт на вывозку того или другого песка. Вот, кстати, звонит хозяин этой компании. Алло. Да, то есть я еду, я уже приехал в КП по детской трассе, то есть минут 30 я буду, там. Очень хорошо, что вы едете. Это, я так понимаю, вы хозяин этой компании, да? Ага, очень хорошо, потому что как раз милиция уже здесь, поэтому я бы советовал вам поторопиться. Да, хорошо. Спасибо. А что происходит? ГАИ. Есть пост ГАИ по этой дороге. Дорога здесь одна. Весь грузовой транспорт. Они обязаны проверять на посту для того, чтобы выяснить, что за груз провозится. По слов хозяина, хозяин утверждал, что ему помогает осуществлять данный вид деятельности, это так называемое крышевание бизнеса, органы МВС и прокуратуры. Я так понимаю, что ГАИ тоже здесь в какой-то спице, потому что реакцию ГАИ вы только что видели. Подъехала машина, когда сказали, надо проверить документы у водителя, ГАИ быстро исчез. Дальше делайте вывод. При этом сделали звонок с мобильного телефона. Сели в машину и покинули территорию. Они стоят. Пускай хорошо стоят.